Дядя Андрей приехал. Выросла-то как. 3 года не видать. А я что нацепила? А я елку облизаю. Хочешь, покажу? Идем. Пойдем. Два. Вот эта елка. Молодец, Грунинска. Грунинска. Маленькая, прячь, прячь, прячь.
приготовила? Все приготовила. И подарочек тебе приготовила. Ах, стрекоза. Где ж подарочек-то? А чьи же это вещи? А к нам гость приехал. Алешенька, сынок. Нет. А кто же это? Не скажу, не скажу, не скажу. Вот. Алешенька, жив, здоров, поклон прислал. Приедет. Тетя наша, сама знаешь, не может Алексей сюда приехать. Что, в тюрьме сидит? Да? Нет. На воле. Подарочки всем прислал. Подарочки, 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 подарочки прислал. А где? Где отец? А папка скоро придет. Он на ночной смене дежурит. Мой дорогой,
Почему ты такой мрачный? До сих пор нет телеграмм. Вечные дела. Какой телеграмм? А это не бабьего ума дело. Vous êtes très charmant, mon cher ami. Thank you.
отцу Алексей прислал чего? Thank you.
Мой дорогой, ты доволен? Париж, мавкит. Боже мой, Николя, какой ужас! Светлым праздничком! Орелики! В делах мне помогает Господь Бог, русская смекалка и лузнецовская ловкость. Великое горе постигло всех нас. Сегодня вместо общего веселья, вместо того, чтобы праздновать великий праздник Рождества Христова, мы скорбим. Мы скорбим вместе с вами о погибших, а герою-сторожу Петру Корнакову, который как свое добро спасал наше добро, общее добро, который пожертвовал своей жизнью. Семье его мы выдаем премию в 250 целковых. Аминь. 39 гробов. Thank you.
На работе или где? Артамон Потапыч, благодетель ты наш. Сделай милость, устрой куда в цех. Цех? Обоих? Или только ее? Да хоть и ее, Артамон Потапыч. Бедствуем. Бедствуем? Ты что, забыла? Не подмажешь, не поедешь. Подмазывать-то нечем, Артамон Потапыч. Заботиться ведь по копейке платишь. Ну? Ладно. Натурой сговоримся. По праздникам пришлешь ко мне дочку. Полы мыть, белье стирать. Вообще договоримся. А ну, как поешь-то? Соловей, соловушка! Нет, это так в церкви пою. А ну как? Соловей, соловушка, буйная головушка. Ну, соловушка, пойдем, что ли? Маманька, я чуть-чуть, беги. Тарелочку-то закашляла. Душит он меня укоянный, особенно ночью. Лягу, а он как пес, начнет грызть. Грызет и грызет. Ты пойми, Фрося, ты ерографистка. А цех наш, чахоточный цех, и роза моя свинцовая, смертная роза.
Роман Потап, черт красноносый. Опять кто мне подлазал? Держит пойму и хватать начал. Это его грыжи ест, вот всех лапает. Подумай, уже девку прижать нельзя. Фух, кобель рыжий. Здесь груй. Тарелки в обжиг пускали. Гляди, как новая девчонка, так он около нее и трется. Тебе чего надо, дура? Это он от того, что по фабрике слушок прошел, что пожар, говорят, был не просто пожар, а поджог. И что управляющий Модест Петрович это кто же это брешет? Кто это брешет? Тому язык рвать надо. Тебе что, голубенька, работа надоела? Страховое общество страховку выплатила? Выплатила! Выплатила? Значит, все по-правильному? По-правильному. А язык у тебя, баба, длинный. Я тебе его укорочу. Ой! Ой! Горунь, пойди сюда. Кусок мяса. Пойди, говорю, сюда. Дай сюда, на это место. Здесь работать будем. Я тебе, сука, чего сказал? Артамон Потапыч. Я тебе язык укорочу.
Ну? Ты еще меня поговоришь. Здесь работать будешь. Молодец, Петровича жалко. Прямо уже. Чего с ним стряслось-то? Ночью удар приключился. Да ну... Чуть не помер. Вот дал дубок для праздника. Ты что? Чего? Дура. Какое мое распоряжение было? Тут все шелковым были. А ты что? Ситцевые платья одела? Артемон Потап. Встань взад. Встань сюда. Я с тобой отдельно поговорю. Дура. Ну, Грудюшка, не забыла, какие слова говорить? Не, Артамон Потапыч, помню. А ну, повтори. Сейчас. Мы работницы нашей фабрики. Вашей фабрики. Вашей фабрики. Мы, работницы вашей фабрики, просим нас принять от вас... Вас от нас. Вас от нас сей дар, знак любви и почтения. Теперь вот. Правильно. Молодец. Вазу давай! Вазу! Держи. Ага. Держи, чище, тихо. Вот ваза так ваза. Крышка-то где? Крышка! Так, люби и почтение, так, люби и почтение. Не болтай головой, как индюк. Зверь не три часа возилась. Всю прическу растрепала. Грош твой покрепче, прикорми. Держи. Держи крепче. Машки мое не замарай. Венчалась я в нем. Чего бормочешь? Куда мне дурить? Рука-то поплашь. Иду. Иду. Доволен. Корпус знатный построили. Вашими молитвами. Ну, молитвами, молитвами. А как уладили-то все?
молодцы. До гроба ваш верный слуга. Спасибо. Здравствуйте, господа. Вы работницы вашей фабрики. Можно вас принять от нас. Вот это. Слава! 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 Николаю Павловичу слава! Супруги его Ольге Викторовне слава! 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 Красивая девушка. Да, девица ничего. Но вы. Говори-ка. Вот мы бы. Вот я вот. Вам вот, вот вас зовут. Ой. Ага, ой. Любимому хозяину. От любящих работ. Великолепный парфюм. Эх! Кузнецовской! Месье Манифик, мон ами. Как же, добровольно лишние часы работали, чтобы у вас это сработать. Месье Бьен. Ага. Спасибо за подарок. Спасибо. Ой. Ой. Ну, я доволен. А вы? Жалобы на что имеете? Все пожарные вдовы выдать нам пособие от вашей милости. Мужья погибли, а мы бедствуем. Николя, как это пожарные вдовы? Горель, выдай всем пожарным вдовам пособие. Потрешки. Теперь все довольны? Все довольны. Ни на что не жалуюсь. Ни на что не жалуюсь. Нет, ты нас, Николай Павлович. Вот только насчет харчей. Насчет харчей? Что насчет харчей? Что такое харчи? Ну, я тебя спрашиваю. Что насчет харчи? Говорит, харчи неважные.
ты? Ты всем довольна? Довольна, довольна. Ни на что не жалуешься? Вот папанька сгорел, а маманька премии не получила. Как твоя фамилия? Груня Корнакова. Самон Потапович, в чем дело? А, да, я же приказал. Что там? Понимаю. Скажи, голубушка, это твой отец, старик Корнаков, погиб во время пожара? Мой. А это твоя матушка, Корначи, работает на моей фабрике? Маманька работает. А твой брат, Алексей Корнаков, чем занимается? А? В тюрьме сидишь. В тюрьме. А за что? Не знаешь. Народ мучить. Да. Против царя? Пошел. Сволочь. Не извольте огорчаться. Хоть 10 штук сделает. Для вас работницы все сделают. А Корнаковых, даже духу Корнаковых, на фабрике не будет. Может, есть еще кто-нибудь из недовольных? Ну? Ну, Никола, кто в объекте? О-ля-ля! Значит, все довольны. Никола, алло. Корначиха, как я и Груньки с тобой бы ехать.
Так что все прикончено, Артем Аркутов. Ну, потихоньку. Что... Не поминайте бабы лихом. Прощения прошу. Так и надо, этапным чертям. Сучья ты дочь, щедриха. Тебя бы так коленкой с насиженного места. Артамон Потапыч, нет у ней боли ни отца, ни матери. Не убежай. Будь отцом родным. Я ее в женскую казарму устрою. Ну, прощай, доченька. Мамай, прощай, родная. Маманька. Расстроилась. Так и надо за сына, за бастовщика. И зачем только эту стерву на работе оставляют? Молчи, не твоего ума дело. Горе песню спою. Песней той
горе разгонит. Ты почему не пришла? Полы мыть. Приказание мое ни к чему. Артамон Потапыч. Артамон Потапыч. Пойдем с нами гулять. Если не придешь, уволю с фабрики. Thank you.
давай. Олесь, Олесь! Ты ведьма, черт! Значит, правда. Поджог! Бабоньки! Поджог! А не пожар! Какой поджог! Какой поджог! Стерва, здесь делаешь? Я, бабоньки, у Дежи Петровича искала по делу, а его нет. Не говори, где управляющий? А он, бабоньки, не нашла я его. Он, наверное, у нас в Терыжи ночевал, там его искать надо. Врёшь! Ей-богу! Вы самый лохни! А! Бабы! Не у нас его искать надо, а у мастера! Грунюшка! Артамон Потапыч!
Это кто же это писал? Не знаю. Брат твой ей так написал. Может, и брат. Его рук дело. Его рук дело. И ты туда же. И я туда же. Сучила я такая. Черт, носатый. Сейчас мы бабам жару поддадим. Век не забудут. Thank you.
Бабы, чего же делать-то, а? Здесь сидеть. Ворнул с подмогой дожидаться. Не, бабы, нельзя дожидаться. Надо прямо. Чего надо, чего прямо? Тетя Таня, можно мне сказать? Ну, говори. Если мы их окружим со всех сторон, побежим и тарелками. Тетя Таня, ведь наша пища целая. Гру неправильно. И кушина со всех сторон нагрянем. Живьем возьмем. Я возьму баб Сочильного, пройду через машинный и у глины схоронюсь. А я с этого цеха возьму, да через горный. А я через живописный от бани нагряну. А я? А ты, Грунь, здесь останешься. Ага. Как мы с бабами окружим, знак нам подашь. Крыши, лухового окна, косынкой махни. Поняла? Хорошо, тетя Таня. Лухового окна косынкой махну. Бабы, за мной! Ваше высокоблагородие. Подвезу.